Приветствуют смертные! На ваших экранах вновь компания Вора и четвертая часть из огня. Через несколько минут после победы над гигантским грызуном Рахкан спускается в самые глубокие залы, извиняюсь, храма. Правда, как вопрос? Там же телепорт тупо был. Ну, да, понятно. Не могу дождаться, когда выйду из этого проклятого храма. Этот декор не в моем вкусе. Черт, да я тоже хочу отсюда свалить, а? Большие колонны, высокие потолки, зловещее освещение. Это должно быть то самое место. Но где же он? А ты реши 10 тысяч ребусов. Ох, это нехорошо. Опа. Вы кто такие? Я вас не звал. Просто, блин, можно было портал сюда открыть. Нормально. Телепортация? Это жульничество. Шубер, докладывай. Это то самое место отбирал. Я чувствую огромную энергию, изучаемую из этой комнаты. Отлично, начните ритуал немедленно. Да, адмирал, всем занять свои места. Ахнров, Кришру, Фросдув. Ану дом Турснат, Тобиди Дуранду. Унра Рувгау, Рахбур Тун. Унга рау дов ут анхров дух. Чё вы делаете? Гоу дахака нек! Я уж думал, вы хотите затопить это местечко. Милорд. Наконец-то. Черный скипетр! Мои планы скоро воплотятся в жизнь! Быстрее, давайте поднимем его на поверхность! Нам нельзя терять время! Да, сир. Этот дохляк его поднимет. Стрелки с пушками. Ну ладно, телепорт так телепорт. Давай скорее в телепорт, заскакивай, Рахкан. Соскакивает. Должно быть, я сошел с ума. Просто читерство, реально. Тем временем, глубоко в лесах Ческе. Это место кошмар для путешествий. Такое ощущение, что я хожу кругами. Моя голова. Почему ты ищешь меня, ворона? Похоже, я близко. Наконец-то я нашла его. Дальше ты не пройдешь. Не избавь меня от шуток, клана Тени, Каву. Я здесь, чтобы увидеть твоего босса. Да кто не беспокоит хозяина? Ты знаешь эту женщину. Почему бы тебе не быть хорошей девочкой, не подняться в мои покои? Ну, знаешь, ради старых времен. Те дни давно прошли, напыщенный дурак. Сотри эту грязную ухмылку со своего лица. Тогда сразу к делу, да? Хорошо, но ты будешь вести свои дела через меня. Я здесь, чтобы заказать убийство. Убийство? Ну и что тебя заставило это сделать? Неужто Рахкана хочет убить? Ах! Скажем так, я его презираю. И кто может быть жалкой жертвой твоего презрения?
Рахкан. Рахкан. Ты должно быть шутишь. Я могу заплатить вашему боссу все, что он захочет, в обмен на это. Убирайся с глаз моих, девчонка. Хорошо, бастер. Мой хозяин сказал свое слово. Мы убьем Рахкана, да цена будет велика. Назови цену. Черный скипетр. Зря ты это сказала, женщина. Очень зря. А, это была интерлюдия. А теперь, походу, глава, но тут, видимо, должно было быть описание, но что-то пошло не так.